Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Молитва, передвигающая горы». Известный христианский писатель Филипп Янси интересно соединил молитву и жизнь. Он написал: «Обучение молитве, как и обучение речи или чтению, или ходьбе, требует времени и происходит путем проб и ошибок». Друзья, в наших передачах мы знакомимся с молитвенными опытами разных людей. Мы рассматриваем как библейские тексты, так и библейские истории для того, чтобы дать возможность Богу сказать в наше сердце то, в чем мы нуждаемся. И, конечно же, мы возносим к престолу благодати и милости наши с вами молитвы. И предлагаю в самом начале нашей передачи пригласить Господа в эту студию. Господь наш и Бог наш, мы еще раз Тебя благодарим за дар жизни, за то, что Ты подарил нам новый день и новые опыты с Тобою, и новую возможность прославлять Тебя, делиться опытами, как Ты отвечаешь на молитвы людей. Мы очень благодарны Тебе за эту возможность и просим Тебя, чтобы Дух Святой Твой пребывал здесь, в этой студии, чтобы Дух Святой пребывал в сердце каждого, кто участвует в этой программе и кто будет ее смотреть в эфире. Слава Тебе, Господь! Пусть все будет только для Твоей славы, любящего Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Друзья, наша передача выходит в прямом эфире, а это значит, что уже прямо сейчас внизу под этим видео в строке комментариев вы можете писать ваши и молитвенные просьбы, и слова благодарности нашему Господу за услышанные молитвы. Мы обязательно их прочтем в прямом эфире. Если вам удобнее выслать свои молитвенные просьбы текстовым сообщением, вы можете это сделать на номер телефона 916-827-8540. И еще. Если вы проживаете в округе Сакраменто или близлежащей территории, и у вас есть молитвенный опыт, которым вы готовы поделиться на нашей передаче, пожалуйста, позвоните по номеру телефона 916-254-8182. Мы верим, что и эта программа, и эта передача станет благословением как для нас, так и для наших родных и близких. Ну а сейчас пришло время представить вам гостя сегодняшней передачи Стена Олейник. Стен, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Расскажите немножечко о себе, чтобы зрители хоть как-то, кто еще вас не знает, узнал о вас. Скажите, откуда вы родом и как давно вы проживаете здесь, в Сакраменто? Я родился в Украине в 83-м году. Но мы жили в России, мой отец священнослужитель, может быть, вы слышали, Михаил Георгиевич Олейник. Конечно, вот, конечно. И наша семья, она очень часто путешествовала, как вы можете себе представить. Вот, поэтому у меня, в принципе, дома нету, дом один — это вот там, да? На небе, но тем не менее. Да, то есть мы жили в России, мы жили в Москве, в Ростове-на-Дону, в Пятигорске, в Владивостоке какое-то время. И потом, в конце концов, эмигрировали в США, я приехал сюда на учебу в 2001 году, ну и уже здесь вот с этого времени живу. Вы живете в Сакраменто или... Я живу в городе Сан-Франциско. В Сан-Франциско. Ну, так как вы сказали, что родились в семье верующих, тем более в семье пастора, вы наверняка уже с детства слышали о том, что, ну, Богу можно обращаться в молитве, то есть поговорить с Богом, да? Ну а когда молитвы стали осознанные? Можете вспомнить время? Вы знаете, молитвы осознанные были, в принципе, всегда, но молитвы стали иметь более смысл такой глубокий, когда я лично исследовал вопрос историчности Христа. Вот, потому что у меня был момент в жизни, где я просто поставил вопрос, может быть, это мой отец так понимает, или мама, или меня так просто научили. И лично как я верю, то есть вот вопрос вот так встал, и я потратил немалое количество времени, чтобы этот вопрос изучить, и я пришел к выводу, что все истина, вот, и, конечно, с того времени молитвы уже имеют немного другой смысл и более глубокие, потому что вы понимаете, что это уже не просто теории какие-то, это реальность, и, соответственно, вы уже ведете себя по-другому, да. Пришло осознание, с кем мы общаемся, да, аминь. С кем мы говорим, да.
Хорошо, спасибо. Ну а сегодняшний опыт молитвенный как-то связан вот с этим поиском, исследованием, с детским каким-то периодом. С чем связана сегодняшняя история? Вы знаете, что интересно, что это исследование пришло уже после опыта. Хотя опыт был очень серьезный, вот, но дьявол тоже очень хитрый, он может мысли разные посылать. А может быть, это просто так произошло, может быть, случайно. Это не чудо было, а случайность. И поэтому, ну, мы же с врагом дело имеем, поэтому тут, да, такая ситуация. Но что касается опыта, который был, естественно, сейчас я понимаю, насколько это был великий опыт, и насколько Господь... Вы знаете, что интересно, вот хотелось бы этим поделиться моментом, что... Сейчас, когда мне уже 37, я, мне кажется, больше понимаю вот эту ситуацию, которая тогда произошла, чем тогда. Я тогда был молодой парень, неопытный, 19 лет. 19 и мне лет кажется, было, я тогда не понимал, есть такое выражение в Америке, the gravity of the situation, то есть, как сказать... насколько все серьезно. Суть ситуации. Да, насколько все серьезно, я этому как бы я понимал, но и не понимал, понимаете. А сейчас, когда я уже более опытный молодой человек, я, конечно, смотрю на все, что происходило, я понимаю, что это только Господь мог такие вещи сделать. Смотрите немного уже по-другому на ту ситуацию. 100%. Значит, получается, вот именно тот молитвенный опыт и та ситуация, о которой сегодня поделитесь, она подвигла вас к изучению, к исследованию, да, историчности Иисуса Христа, да, да. И вообще исследовать Бог, Он есть действительно по-настоящему, это тот Бог, который я узнал, о котором я узнал от родителей. То есть это был Бог родителей, да? А вот после этого опыта начался процесс, когда Бог становится вашим личным Богом. Да, вы очень точно подметили, вот как раз благодаря аварии начался процесс, который привел меня к тому, что я очень серьезно начал задавать вопросы, окей, если... такое чудо произошло, когда авария была, то, значит, есть Бог, ну, понимаете, и это все привело к тому, что, в конце концов, у меня была персональная investigation, и я лично убедился в том, что это все правда. Вот. Я думаю, зрители уже не терпят, уже потирают руки. Но когда же Стэн начнет рассказывать, что ж там, они уже узнали, что какая-то была авария. Что ж это за молитвенный опыт? Ну, вы знаете, я думаю, немало зрителей знают про эту аварию, потому что эта авария была, хотя эта авария и была в штате Орегон, но все ребята, включая меня, мы были из Сакраменто, вот, и поэтому вся церковь Сакраменто, которая на то время была здесь уже, очень сильно молились, была сделана молитвенная цепочка, вот, и то есть много людей знают про эту аварию, насколько было все серьезно, И насколько Бог милостив, что Он и Игорька как бы спас, и мне помог в тюрьму не попасть и так далее. Потому что ситуация была очень серьезная. Что случилось? Мы с ребятами поехали на молодежный лагерь в штате Орегон. И приехали, по-моему, туда в четверг. Да, в четверг приехали. Приготавливались к субботе. И в субботу мы решили съездить на лайтхаус посмотреть, на маяк. И так получилось, по-моему, я попросил Пашу Павлюк, это его машина была, ну, его родители. Я говорю, Паш, можно я поеду за рулем? Он говорит, да нет проблем, Стэн, садись. Вот. Ну, и я сел на машину, машина была быстрая, Pontiac, двухдверная, спортивная. Вот, я помню, молодежная. Ну, такая, да, что хочется чуть-чуть поднажать. Вот, и я помню, мы съездили на лайтхаус, и вот, возвращаясь с лайтхауса, я все детали не помню, но я помню, что, в общем, я ехал в правой линии, вот, и резко, то есть, во-первых, моя самая большая ошибка и главная ошибка была в том, что я превысил очень сильно скорость. Если я не ошибаюсь, спид-лимит был 35 в той зоне, я ехал как минимум в два раза больше. То есть это было грубое нарушение с моей стороны, и это, собственно, создало всю эту проблему. Ну, вам было тогда 19 лет, да? Да, но я не хочу, как сказать... Списывать на возраст, да? Списывать на возраст, потому что это была глупость с моей стороны, понимаете? И тут надо быть мужчиной и принимать свои ошибки. Вот, поэтому я принимаю свою ошибку, это была глупость. И, как говорил Джордж Буш, когда я был молодой и глупый, я был молодой и глупый. Вот, но вот интересное выражение, что есть. Вот, и
Значит, что происходит? Мы были в правой линии. Я резко, вот я этот момент помню, перестраиваюсь почему-то, я не знаю, почему так получилось, я очень резко обогнал эту машину, или там кто-то поджимал слева, и мне нужно было успеть. И я просто чувствую, что я теряю контроль, и все, я не могу вырулить, потому что скорость большая была, и машину начинает крутить. Вот. И потом свидетели, которые были в ресторане, которые рядом, говорили, что когда мы... То есть, во-первых, машину развернуло на 180 градусов. Значит, мы бьемся об бордюр. Отбойник, вместо того, вот это, чтобы... да? Что-то? Отбойник, который между полосами, да? Нет, это уже был бордюр, и там камень был, и потом уже понял. Ресторан. Вот, и мы врезаемся в бордюр, и машину начинает переворачивать в воздухе. И что интересно, что вот свидетели говорили, что машина не переворачивалась параллельно, да, а переворачивалась капот к багажнику, то есть вот так. То есть она вот так летела, да, капот-багажник вот так. Не боком, а так. Да. Ого. И мы приземляемся, свидетели говорят, мы раз 5 или 6 в воздухе вот так прокрутились, приземляемся на колеса, и тут происходит чудо первое, что если мы приземляемся на крышу, то у нас здесь нету никого, включая меня, потому что это смерть живых. Сразу. И что интересно, я помню, когда мы крутились в воздухе, я помню отчетливо что-то белое. Я уверен, что это был ангел, который так сделал, чтобы машина приземлилась на колеса. То есть реально вот что-то белое промелькнуло. Как вспышка такая. Да, как вспышка. И мы приземлились, мы выстрелили аэрбэги, вот, естественно. И что происходит следующее, мы все типа, ну я смотрю на Пашу, говорю, все нормально, он говорит, да, все нормально. Мы оборачиваемся, а Андрей, который сидел, Андрей Куриляк, который, кстати, я так понимаю, он ходит в эту церковь, вот член здесь церкви, он говорит, типа, Игорька нету, и потом Паша заметил, я обернулся, и мы выходим из машины. То есть вас четверо было в машине, на тот момент было трое, да? Да, и приземлились трое, и оказывается, что произошло, когда машина переворачивалась, Игорек, он вылетел в заднее окно. Представляете, во время того, когда машина крутилась в воздухе, он вылетает в заднее окно и головой приземляется об камень. Вот. И я, как сейчас помню, конечно, был ужасный эпизод в моей жизни, да я уверен, и в жизни всех, кто был в машине, но первое, что мы сделали с Андреем Куриляком, я помню, это мы встали на колени прямо там, вот где авария случилась, потому что я понимал, что если Бог не поможет... Тут уже никто не поможет. Это была очень сильная авария. Получается, на автомате получается вот этот вот стресс. И понимаете, что только один Бог может сейчас вот как-то разрулить эту ситуацию. Ну, да? Да, и да. Сразу там вы вдвоем возле машины, получается, да? Да, сразу возле машины мы преклонили колени, помолились. Я помню, я просил, Господи, пожалуйста, помоги, потому что только ты можешь помочь в этой ситуации. Вот. И мы, я помню, Игорь еще встал, но от шока он же еще не... Ну, как, знаете, когда человек в аварию попадает, он вначале в шоке, а потом уже в кому. Вот. И то есть он вначале еще там что-то даже говорил, по-моему, то есть как-то он брался за голову, у него огромная здесь, я помню, дыра была, кровь течет. Вот. И потом, что еще Господь позаботился, интересно, что возле аварии, где эта авария случилась, госпиталь был буквально минуты там две. И это тоже помогло, хотя он не был главным госпиталем, Игорька потом в Портланд перевезли на вертолете, но все же они смогли какие-то вещи сделать сразу после аварии, которые, может быть, спасли ему тоже жизнь. Так вы сказали, он упал в кому, да? То есть это потом, я так услышал, да? Сначала он был в сознании, да? Да, потом... от шока был в сознании, а потом он был в коме несколько дней. И это не была кома, что специально в кому, он просто был в коме. То есть его не вводили в кому? Да, его он не сам вводили, потерял он сам сознание. И... То есть еще был шанс, что он и не выйдет с комы, понимаете? Вот, и что хотел сказать, я помню, мы после вот этого всего, как бы, все под огромным стрессом были, я помню, мы когда пришли, я не помню, где это было, какая-то адвентистская семья, где-то нас, куда-то нас всех привезли, и я помню, я вот как-то вот, сидел, плакал, и одна женщина меня обняла и говорит, да не переживай, все будет хорошо, мы верим, что Господь поможет. Вот, и я как-то так почувствовал себя лучше, и когда я посмотрел, это была Ира Алексеенко, мама Игоря. Вот. Это поэтому была... это люди, которые с большой буквы, знаете, есть выражение «человек с большой буквы», вот
Дима и Ира — это люди с большой буквы. Получается, и семья их... Павлюков также. Получается, их бы успокаивали, потому что их сын в коме, да? А они вас успокаивали. Вы представляете, да, это же насколько надо проявить христианство настоящее, чтобы, ну, получается, я чуть их сына не убил. И в то же самое время они нашли мужество и вот это настоящее христианство проявили, что как бы мне показали, что они абсолютно на меня не злятся. И что верят, что Господь все разрулит. Как часто вы в тот момент молились? Игорь впал в кому. Несколько дней, да? По-моему, 4 дня он был в коме. 4 дня. 3 или 4 дня. Вот это время, вот как вот вы его провели? Насколько часто были молитвы? Вот. Или вы... будет сложно вспомнить вот эти... Молитвы были постоянно, я помню. Вот что я помню, так это то, что мы молились постоянно. Я помню, мы когда к Игорьку пришли, я просил прощения у Игоря, хотя он ничего не слышал, он в коме был. Вот. Все очень, очень сильно все молились. Я помню, кстати, что еще интересно, дьявол как вот делает иногда, как раз вот в это время, когда авария случилась, мой отец за океаном в городе Таганрог, как раз у них было молодежное лагерное собрание было, и отец, говорит, почувствовал сильное такое побуждение сделать призыв для молодежи, как будто вот Дух Святой сошел на него, и он почувствовал сделать призыв. Он был духовным наставником в лагере, да? Ну, видимо, да, какие-то программы там были, он все время совершал служение как руководитель конференции, вот, и, видимо, какие-то программы были. Вот. И как раз вот в это время он делает призыв, и он говорит, что 42 человека встало со слезами на глазах, люди вставали, которые никогда бы вы не подумали, что они вот отдадут свою жизнь Господу. И вот в это время дьявол решил отомстить вот таким образом всем нам. Используя вашу, так сказать, молодость, и, как вы сами сказали, глупость, превысив скорость, и вот такие вещи. И я помню, когда отцу об этом сообщили, естественно, родители сразу начали молиться. Папа объявил трехдневный пост, не пил ничего, не кушал трое суток. Вот, и... Ну, а я хотел бы задать вопрос вам. Вы понимали, что вот этот молодой человек, Игорь, кстати, сколько ему было лет? Ему было 13 лет тогда. Вот эти мальчишки все были такие молодые, да? Ну, кто-то был постарше. Мне было тогда, это был 2003, значит, мне было 19. Да, 19 лет. Андрею ему... было... Тоже 19, Паша, может быть, было. Я, по-моему, Паша немножко младше, чем я. Ну, может быть, 18 или 17. Но вы понимали в том возрасте, что как раз Игорь в коме, и он может не выйти из комы, что он может умереть? Было такое вот осознание? Я как-то верил, я вот почему-то верил, я имел детскую веру, выживет. Что все будет хорошо. Может, это вам помогало? Да, я уверен, что это помогало. Вот мне помогло, что и Ирина, и Дмитрий... Очень, поддержали очень, вас, да? Они просто, я говорю, люди с большой буквы, они поддержали очень сильно. И, ну, вы же понимаете, можно психологическую травму получить, когда ситуация. Вот, они, ну, я говорю, люди с большой буквы. Вот, и плюс то, что все молились, и я как-то чувствовал, что... И папа, кстати, тоже почувствовал... Поддержку такую, да? Что Господь, все будет хорошо. Ага, вот. И что дальше было? Дальше был очень сложный процесс. Доктора говорили о том, что Игорек есть шанс, потому что травма очень серьезная, ну, сами понимаете, черепово-мозговая травма. Да, и так лететь с машины, вылететь. Да, и это камень. С таким переворотом. Доктора говорили, что есть шанс, что ему надо будет ходить заново учиться, может быть, разговаривать заново учиться. Ну, серьезная очень травма. То есть опасения. Опасение такое, что он, если выживет, то придется ему заново. Будет как овощ, грубо говоря. То есть вот такие опасения были. Да, были такие опасения. Ну, может быть, не у нас, у врачей, а у врачей, да, которые... Вот. И... Опять же, все, ну, были вот эти молитвенные цепочки, все усиленно молились. Я помню, насколько это сблизило нашу церковь. И я уверен, все, кто сейчас слушает нашу программу, они вспоминают это. Это было такое, знаете, с одной стороны, трагическое, конечно, время, с другой стороны, мне кажется, очень редко, когда церковь вот настолько объединяется. Вместе, объединяется. Общее горе объединило всех, да? Вот. И, значит, потом Игорек вышел из комы. Вот. И у него были небольшие осложнения, если я правильно, вот если медицинский жаргон использовать, у него
давление началось, ну, из-за травмы повышенное было давление в голове. Внутричерепное. И, да, да? И докторам нужно было вырезать кусок черепа. Трепанацию черепа, по-моему, так называется, я, да? Я не могу сказать черепа, точно, да. Но вот что-то такое. Ну, вскрыть череп нужно было, да? Да, нужно было вскрыть череп, значит, около 7 сантиметров диаметр был. Вот, вскрыли череп, и нейрохирург, который этим занимался в Портленде, то есть он почистил, во-первых, вокруг черепа, а во-вторых, он оболочку мозговую тоже чистил, потому что отец Игоря, Дмитрий, он говорит, что он лично своими глазами видел, что там кровь вот эта вот застыла. Запекшаяся, да? Да, запекшаяся кровь была. То есть хирург это все почистил, вот, поставили это обратно. Вот. И прошло какое-то время, Игорька перевезли в госпиталь в Окленд. Это уже ближе к Сакраменто, это 100 миль где-то от Сакраменто. Вот. И тут происходит одно из самых интересных чудес в этой всей истории, хотя чудес было много. Вот. Что происходит? Когда доктор, значит, еще один нейрохирург в Окленде, он смотрел на снимки, он говорит, слушай, ну, отцу Дмитрию, говорит, слушай, что-то тут не то, говорит. Во-первых, когда вот такие травмы серьезные, то ну, человек обычно не ходит, там, не разговаривает, ну, когда касается мозга, потому что мозг надо было трогать. Вот. Он говорит, ну, типа, посмотрим. И когда Дмитрий приехал на следующий день в госпиталь, этот же нейрохирург в Окленде говорит, тот доктор-нейрохирург в Портленде допустил очень грубую медицинскую ошибку. Что-то сделал не так. Он написал не так, как на самом деле было. Вот мы сделали снимки, MRI, да? Так. И снимок показывает, да, он чистил вокруг черепа там какие-то вещи, но мозг он не трогал. И вот эту оболочку он не трогал абсолютно. Ага. То есть Господь сделал так, что... Ну, как будто бы никакого вмешательства не было, да? Да, да. То есть, то есть должны быть остаточное что-то должно быть, какие-то следы должны были быть от того, что и чистили. Это, если такая травма у человека, и, ну, как бы мозги задействованы, то человек ненормальный будет потом. Это же очень серьезный момент. Вот. А тут происходит чудо, Бог так сделал, что как будто этого не было, представляете? Вот. Да. И, ну, когда все об этом узнали, все, естественно, благодарили Господа, потому что только Бог может такое сделать. То есть это очередное чудо. Получается, это было очередное чудо. Да, очередное потому чудо, что шаг за шагом мы видим вот в этой чудес. Цепочке, да, да, что Бог вот хранил. Да. И вот это вот после этого случая, после этой ситуации, когда он пришел в себя, когда вот все, доктор уже, когда его выписали, да, когда уже выписали. Да, вы знаете, он, опять же, учитывая всю серьезность его травмы, он очень сравнительно быстро встал пошел на поправку, ноги. Да. Он, я помню, он даже лучше начал учиться в школе. Вот, и, ну, Господь реально, это просто... Произошло чудо. Я, кстати, и хотел сказать про Игоря. Я тоже никогда с его стороны не чувствовал, что вот что-то натворил. То есть, наоборот, всегда чувствовал какой-то любовь, вины, да? Заботу, какое-то братство такое. Это очень круто. И я как-то, я помню, даже мысль такая была, вот если, не дай бог, когда-нибудь вот у меня сын будет, и не дай бог, что-то бы произошло бы с ним, то вот тот опыт, через который я прошел, и то христианство, которое я видел со стороны семьи Алексеенко, семьи Павлюк, то это и мне будет в поддержку. Хорошим подспорьем, так сказать, в христианстве. Не судить другого, понимая, что если Господь допустил, значит, все будет хорошо. Вот. И, да. Говорите. Да, я еще хотел что сказать. Когда, то есть Игорь встал достаточно быстро на ноги. Ну, естественно, это был процесс, да, и так далее, но намного быстрее, чем доктора предсказывали. Вот. И когда ему он уже лучше себя чувствовал, что произошло? Штат Орегон, они меня засудили. Меня засудили. А, ну там же ж полиция приехала, составили протоколы, есть водитель, есть да, есть пострадавшие. Водитель, и я сейчас не помню, или 7, или 8 было обвинений, которые они как бы представили мне. Одно из них было, значит, неумышленное нанесение телесных повреждений. И там другие были моменты. И в общем мне грозило много-много лет тюрьмы.
Ого. Вот. И когда Дмитрий, отец и Игорь услышали об этом, они сказали, мы едем с тобой на суд, мы будем говорить судье и прокурору, что мы не хотим, чтобы тебя сажали в тюрьму. То есть опять проявили просто крутейшее христианство. Вот, приехали со мной туда. Туда на заседание суда, да? И причем не один да? раз, а много раз это происходило. То есть мы ездили много раз туда. И они судье говорили, и прокурору о том, что они не хотят, чтобы я в тюрьму, значит, садился. И там тоже, ну, долгая эта история, там много тоже чудес происходило. То есть меня должны были посадить. Или 70 тысяч долларов надо было заплатить, бейл. Это, как у, знаете, когда платят, чтобы до тюрьмы не сидеть. Я не помню, внести какой-то взнос. Да. То есть денег не было, тоже мы помолились. Игорь говорит, я увидел Стена, который выходит из дверей, все хорошо. Представляете, ему Бог послал мысль. Вот. И так и произошло. Мне бейл не нужно было платить, просто отпустили. Вот. И в конце концов, когда уже было решение судьи, тоже произошел интересный момент. Прокурор сказал следующую вещь. Он говорит, я хотел тебя, Стэн, засадить на очень долгое время, вот, за то, что ты натворил. Но когда я прочитал медицинскую историю того, что Бог сделал, что произошло, говорит, я не хочу иметь дело со сверхъестественным. Представляете? Представляете, это даже... И судья тоже прослезился. Это вообще круто. Вот, и мне дали, я не помню, или 3, или 5 лет условных. То есть, если хоть одна какая-то ошибка, или за рулем, или еще где-то, я иду в тюрьму. Какое-то нарушение любое, да. Да, то есть, как бы исправительный срок, и если я в этот срок, ну, какая-то ошибка, то у меня огромные проблемы. Слушайте, вот. Такое свидетельство даже в суде, да, о величии Бога. Вот, о величии чудо, Бога и вообще... о большом сердце человека. Христиан. Да. Да. Слушайте, ну понятно, тут такая история. Я, если честно, вот когда вот я слушаю эту историю, я невольно ставлю себя на ваше место. Честно, сжимается все внутри. Мне очень не хочется переживать такое, даже в сопровождении божественного вмешательства и чудес. Вот. Это да, тут такое врагу не пожелаешь, да. Через что мы все проходили. Вот, и после этого вы начали изучать больше, ну, о Боге, да? Явно видя вот это свидетельство, да, это был, видимо, Божьего чуда, да? Видимо, это было... Бог же все-таки в своей безграничной мудрости, он видит разные ситуации. И, видимо, если мне какой-то и делать урок из всего этого, да, то, во-первых, естественно, не гонять на машине, а во-вторых, что если, ну, такая ситуация серьезно произошла, и Господь так чудно ответил на наши молитвы, то значит, что-то в этом есть. Вот. Опять же, я не было такого, что я прям не верил в Бога. Просто у нас у всех есть процесс, да, в нашей жизни, что мы ставим под вопрос какие-то вещи, то есть какие-то экзистенционный какой-то кризис, да, у каждого он свой. Вот у меня был вот такой. Вот. И эта авария, которая у меня была, и то чудо, которое произошло, и все, что вот происходило, это огромное свидетельство было для меня, что Господь есть. И что интересно, в связи с моей сферой деятельности, я очень часто, ну, на разных конференциях и так далее встречаюсь с разными людьми. У меня много друзей атеистов, агностики. Вот. И мы, когда я всегда пытаюсь быть, ну, миссионером, общаться с ребятами, с девушками, вот, на духовные темы, я всегда рассказываю об этой аварии, о том, что Господь сделал для меня. Поэтому это, как говорится, одно из орудий моей миссионерской коробочки, можно сказать, вот этот опыт, через который я прожил, через который я увидел, насколько Бог милостив и любит нас, и насколько Он может делать чудеса в нашей жизни. Я когда слушал ваш опыт, то у меня как-то, ну, появлялся вопрос, вот так думаю, интересно, как изменилась ваша жизнь? Вот, переживя вот это вот, изменилась ли она, и как она изменилась? И теперь я вижу, что это были не только исследования, это были какие-то внутреннее перерождение. И стать, наверное, миссионером, вот как вы говорите на конференциях, вот это, наверное, и есть то, что Бог ожидает от человека. Но иногда к нам это приходит, наверное, вот таким путем.
пожалуй, мой путь был вот такой. Хотя, если бы я лично выбирал его, конечно, я бы такой путь не выбирал. Но опять же, Господь, учитывая то, что Он очень мудрый и видит разные моменты, угу. Я уверен, что это заставило задуматься и Андрея, и Пашу, и Игоря, и всех остальных, кто непосредственно или косвенно был задействован в этой аварии, то каждый сделал свои выводы. Я могу про себя сказать, что я, конечно, сделал свои выводы. Да, спасибо. Спасибо большое, Слава Богу. За этот опыт, за откровение. Вот. И вы знаете, что у нас на программе гости всегда молятся. Угу. Я хочу попросить вас помолиться о людях, которые, может быть, немножечко даже отличаются от вас. В каком плане? Вы верили, что Бог вступится и решит эти проблемы. Но знаете, как много людей сегодня, не обязательно с аварией, но связанные с какими-то потрясениями, они теряют эту веру. Теряют веру, и они сейчас в таком состоянии, знаете, вот в подвисшем таком. Вера потеряна, что дальше неизвестно. Я хочу попросить вас в связи с вашим опытом помолиться о тех, кто проходит вот этой практически долиной смертной тени, когда они видят практически смерть, может быть, родных и близких, чтобы Бог укрепил их веру. Угу. Помолитесь, пожалуйста, за молодежь, пожалуйста, помолитесь, угу. чтобы осознание, вот то, которое пришло вам, чтобы оно пришло к ним, так сказать, ну, мы понимаем, что хотелось бы малой кровью, да. чтобы не доходило до такого ужасного случая. Помолитесь за молодежь. Вы знаете, перед молитвой мне просто Господь мысль послал. Вот что касается молодежи, мне лично помогли две книги. Первая книга называется, значит, «Христос под следствием», по-английски «The Case for Christ». Mm-hmm. Ее написал бывший атеист, он выпускник Йейл, он был журналистом. Его жена стала христианкой, и он решил доказать ей, что это все чепуха. Вот. Uh-huh. И он 2 года практически потратил, как журналист, перелопатил много материала. Вот. И в конце пришел к выводу, что у него теперь больше веры быть христианином, чем когда верить он начинал, в бред атеистический. Вот. И он стал христианином и написал книгу. Вторая книга называется по-английски «Evidence that demands a verdict». По-русски это «Доказательство», которую требует вердикта. Вот, Джош Пауэлл написал, автор, он собрал там крутейший материал, включая и археологические данные, которые подтверждают, что Библия права. Что интересно, 80-85% археологических раскопов всегда подтверждают то, что написано Библейское в Библии. Повествование, и ни одна раскопка еще не была в противоречии тому, что написано в Библии. Это очень интересно. Круто. И, кстати, еще один момент, я очень быстро скажу для молодежи. Помните историю про Иерихон, когда стены ходили, значит, 6 или 7 дней подряд, и в 7-й день прошли 7, и стены рухнули. Археология подтвердила вот в этой книге «Evidence that demands a verdict». Там написано о том, что когда археологи делали раскопки вокруг Иерихона, они были ошеломлены тем, что они нашли там. Оказывается, стены, они же обычно, если люди завоевывали, они падали вовнутрь, а стены Иерихона упали наоборот, наружу. Как будто их изнутри так. Да, просто представляете, там две стены просто было. Сверхъестественно взяли и упали. То есть вот таких моментов в этой книге очень много. Интересно, вот, да. То есть это вы рекомендуете молодежи почитать, да? Да, да. Ну хорошо, ну а теперь помолитесь, пожалуйста, Господу. Дорогой Отец Небесный, огромное Тебе спасибо за все Твои благословения, за то, что Ты любишь каждого из нас, заботишься о нас, и за то, что мы всегда чувствуем Твое присутствие, Твою любовь и Твою заботливую руку. Ты видишь, Господь, что сегодня я вспоминал те моменты, через которые я проходил, и через которые мы все проходили уже вот почти 20 лет назад, но мы это все помним, как будто это было вчера. Я благодарю Тебя от чистого сердца, от всей души за то, что Ты сделал и для меня, и для Игорька, и для всех нас, за то, что Ты поднял его на ноги, за то, что он здоровый, за то, что нету никаких последствий серьезных, и за то, что Ты, Господь, помог в той ситуации. Это была очень большая трагедия, но Ты был с нами, Ты мне очень сильно тогда помог,
И благодарю Тебя за это. Ты видишь, Господь, что есть много людей, которые слушают или которые будут слушать эту передачу, и, может быть, у них тоже есть какие-то сомнения по отношению к тому, существуешь ли ты, или, может быть, какие-то вопросы к тебе есть. Помоги, пожалуйста, чтобы эти люди могли найти ответы на все вопросы, которые у них есть. Ты, Господь, все видишь, все знаешь, ты знаешь сердце каждого человека, поэтому помоги каждому, у кого есть нужда, у кого есть какие-то вопросы, и помоги, чтобы мой опыт, наш опыт, чтобы это было для таких людей свидетельством о том, что ты есть, что ты слышишь, что ты помогаешь, что нам просто нужно доверяться тебе на 100%. Благослови молодежь также и помоги, чтобы дьявол, хотя мы понимаем, что он уже проиграл войну, но это предсмертные судороги у него, помоги, чтобы он проиграл и те войны, которые он ведет с молодежью, и чтобы ты был, в конце концов, победителем, и чтобы все были в числе спасенных. Благослови каждого, благослови наши семьи, благослови нашу церковь, и помоги, чтобы в это последнее время мы были миссионерами, и чтобы приготовили для тебя путь, и чтобы ты мог прийти, а мы сказали, вот Господь, на которого мы уповали, Он спас нас. Огромное тебе спасибо за все, во имя Иисуса Христа прошу, аминь. Аминь. У меня последний вопрос к вам, Стэн. Вы пришли к нам на передачу и кое-что принесли. Что это такое? Да, кстати, спасибо, что вы напомнили. Вот это вот, как это назвать, напоминание, можно так сказать. Это вот этот камень я нашел 2 дня где-то, может быть, день или 2 дня до аварии. Вот. Угу. И что интересно, что один из друзей, это не был человек, который, ни один из парней, которые в машине были, он мне говорит, о, ты очень везучий. Типа, ты нашел камень с дыркой. Это типа, к счастью, ты будешь богатым. А, это особенный камень, да, видите, необычный камень, да? Да. Ага, там отверстие, я смотрю. Да, как бы дырка вот здесь вот есть. Интересно. Вот. И он говорит, ты типа, счастливчик, типа, я давно хотел такой камень себе найти. И 2 дня после этого происходит авария. И я когда увидел, ну, вспомнил про этот камень, я думаю, вот как люди видят вещи, да, и как Господь. То есть для меня этот камень — это напоминание того, что Господь сделал для меня в моей жизни. И я здесь написал по-английски «Никогда не забывай, что Бог любит тебя». И тут дата аварии 26 июля 2003 года, Ньюпорт, Орегон, где произошла авария. И слава Богу. Вот, кстати, вот здесь, это место, где, видите, да? Вот следы от машины. Да-да-да. Сюда машина врезалась, начала это, и вот сюда Игорек упал. Тут камень, видите, камень. Угу. Вот сюда он упал. Да-да-да. Головой. Вот поэтому это мне напоминание всегда о том, что есть человеческая какая-то мудрость и какие-то там приметы, а есть божественная любовь и божественные чудеса. Да. Наш камень Иисус Христос. Да, слава Богу. Еще раз большое вам спасибо, что вы пришли к нам на передачу, поделились этим опытом. Пусть Господь вас благословляет и в дальнейшем. Пусть вы будете везунчиком в Его руках. Спасибо и большое. И будьте, пожалуйста, благословением для всех окружающих. Большое спасибо. Друзья, я хотел бы задать вам интересный, возможно, для вас вопрос. Если бы у вас была возможность избавиться от всего, чего бы вы ни захотели, вот то, что вы выберете. Есть вещи, которые вы хотите забыть или вы хотите избавиться от чего-то. Вот если бы у вас была возможность сделать это, что бы вы выбрали? Ну, кто-то, наверное, захотел бы избавиться от лишнего веса, кто-то от плохих привычек, кто-то от неудобных соседей, но я уверен, что многие захотят вычеркнуть из жизни часть прошлого. Ведь у каждого в прошлом есть что-то, что или причинило сильную боль, или даже нечто, что даже вспоминать стыдно, или, может быть, даже попросту потерянное время. О, если бы была возможность прожить это время заново. Но, увы, у каждого свое. И как с этим быть? Давайте посмотрим на жизнь нашего общего библейского знакомого, царя Навуходоносора. На его месте от чего бы вы захотели избавиться? Ну, кто-то может сказать, да ладно, царь,
Это ж самый должен быть счастливый человек. У него все есть, власть, деньги, все есть. Но все-таки тот, кто читал Священное Писание, кто читал книгу Даниила, вот давайте мы представим, от чего вот захотел бы Навуходоносор избавиться в прошлом? От того военного похода, когда умер его отец, ведь он был в то время в Палестине, это не ближний свет, и нужно было спешить в Вавилон, чтобы другие не захватили власть. Тогда история говорит, что Навуходоносор с огромным риском для жизни, с маленьким-маленьким отрядом сокращал путь в Вавилон через огромную пустыню. Это был огромнейший риск. Зачем такие переживания? Столько трудностей. А может быть, вычеркнуть из жизни Навуходоносора время, когда он воплощал бредовую идею с золотым истуканом? Кто-то скажет, да ладно, зачем это вычеркивать? Ведь он увидел силу Бога Яхвы в огненной печи. Но другие скажут, а что толку? Он хоть и узнал в очередной раз о Боге, но ведь он оставался тем же самым, таким же жестоким. Давайте мы прочтем вот после этого опыта, какой он издает указ, чтобы каждый человек, кто принесет хулу, произнесет, извиняюсь, хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авденаго, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать. Ну, хотя здесь Навуходоносор и вступается за Бога, но обратите внимание, сущность осталась та же. По сути, он тот же остался Рубалова и тот же разрушитель. И кажется, ну все зря, время потеряно. А может быть, вычеркнуть из жизни Навуходоносора время его страшной болезни? Представьте, психическое заболевание, при котором царь терял контроль над собой и вел себя как бык. И время от времени он, конечно, приходил в себя. Он смотрел, не мог понять, что происходит с ним. Он видел родных, их взгляды, прислуг. Он их узнавал. И не мог понять, что же происходит с ним. И вновь наступал кризис. И вновь это психическое расстройство. Вот представляете, как родные страдали, ведь они ни в чем не были повинны, но страдали, глядя на любимого человека, наблюдая за всем этим. И помните, как долго это все длилось? Да, целых 7 лет. Вот что наверняка хотелось бы, наверняка, Навуходоносору вычеркнуть из своей жизни. Но только, друзья, если бы не эта болезнь, смог бы Навуходоносор так искренне помолиться и всецело обратиться к Богу. Вы только послушайте его слова. Я много раз, друзья, перечитываю эти его слова, которые записаны в 4 книге Царств. Это просто красота. Он пишет: «Я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды, и все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто бы мог противиться руке его и сказать ему, что ты делаешь». Интересно. В книге «Пророки и цари» интересное дополнение есть, мне оно очень нравится, что после этой болезни, после вот этих трудных переживаний, теперь написано, Навуходоносор признал силу всемогущего Бога и начал искренне заботиться, чтобы его подданные были счастливы и боялись Иегову. И дальше пишется, Навуходоносор наконец осознал то, что должны осознать все правители. Истинное величие состоит в истинной добродетели. Да, друзья, у каждого есть тяжелые периоды жизни. Но, может, не стоит о них жалеть? Как я уверен, хоть и не хочет
пережить заново. Но наш гость сегодня сказал так, что вот тот опыт, который он пережил, в принципе, этот опыт изменил его жизнь. И между строк мы сегодня слышали и прочитывали между строк. Он не жалеет, ибо то чудо и то вмешательство Божие, оно изменило его жизнь к лучшему. Да вы сами вспомните ваши периоды жизни. Может, кто-то сейчас проходит этот период, кто-то вспоминает прошлое. Вот вспомните, какими были ваши молитвы, насколько они были горячими. Не становились ли мы ближе к Богу в этих молитвах? И не испытываем ли мы благодарность к ближним, которые нам помогали? Так может, стоит за все благодарить Бога и стараться проявлять истинные добродетели? А вы, друзья, что думаете? И сейчас мы можем помолиться, объединившись. Господь наш милосердный, мы так благодарны Тебе за то, что Ты хранишь нас хранишь по жизни. Господи, как много мы делаем ошибок, как много мы совершаем неправильных вещей. Но Ты, Господь, Ты, любя нас, оберегаешь, охраняешь, даешь нам мудрости. Господи, большое спасибо за то, что Ты всегда находишься рядом с нами. Мы так благодарны и за сегодняшний молитвенный опыт, и за те выводы, которые сделал наш гость. Господи, но подобное что-то в меньшей, конечно же, мере происходит с каждым из нас. И мы молим Тебя, Господь, чтобы мы помнили эти опыты, чтобы в каждом из нас был в памяти тот камень, который напоминает о том, что Ты благ и милостив. Мы просим Тебя, Господь, о всех молитвенных просьбах, и мы молим Тебя о каждом, о ком просит народ Твой. Благослови, пожалуйста, их поименно. Благослови тех, чьи просьбы еще не пришли к нам на передачу, может быть, задержались. Но мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты исцелил. Так много сегодня людей болеет. Господь, Ты самый лучший врач. И в сегодняшнем опыте мы еще раз убедились на этом. Господи, мы молим Тебя и о той семье, которая так хотят быть добрыми миссионерами. Помоги каждому из нас быть добрыми детьми, чтобы мы, настоящие христиане, могли свидетельствовать о Тебе, о Твоей любви, о том, что Ты отвечаешь на наши молитвы. Благослови каждого, и особенно за тех, которые еще не знают Тебя, за наших родных и близких. Мы молим о тех, кого мы любим и кто нам дорог, и кто еще не посвятил свою жизнь Тебе. Благослови, Господь, и коснись Духом Твоим святым их. Во имя Иисуса Христа молитва наша. Аминь. Друзья, наша передача подошла к своему завершению. Я очень благодарю вас и, самое главное, нашего Бога за то, что Он был с нами. И еще раз хочу напомнить, если у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, на нашей передаче, пожалуйста, позвоните по номеру телефона 916-254-8182. Это была передача «Молитва, передвигающая горы». До встречи в следующую пятницу. 19:00 по местному времени. Пусть Господь хранит вас, оберегает и дает вам мудрость.